Евгений Петрович Козлов, мастер игры и главный тренер сборной МФТИ. Скажите, рады за результат игры? Да, очень рад. У нас впервые в истории НСФЛ две победы подряд. Это просто супер. Как думаете, почему ребята выиграли? То есть они хорошо тренировались или, может, домашние стены помогают? Ну, я думаю, что все-таки в первую очередь тренерские решения. Кто сегодня лучший игрок? Хугаев. 2 гола забил, мог еще забить. Молодец. Спасибо. Удачи в дальнейшем. Да.